Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру зомби против растений, и у нас на очереди 23-я миссия в компании Big Wave Beach. Появляется безумный Дэйв и нам представляет абсолютно новое оружие, это банан. В этой миссии нам его надо оборонять, и мы не можем тут потерять ни одно растение. Сейчас мы учимся им управлять, и таким вот ловким движением убрали одного зомби. Судя по всему, что осталось от первого зомби, могу сказать, что растение очень мощное. Сейчас подбираем вооружение на миссию. Миссия получилась очень тяжелой. И сейчас в очередной раз, очередная попытка будет. Я думаю, что именно с этого раза мы пройдем эту миссию. А взяли в список ледяной салат, и на него возлагаю особые надежды. По моим так расчетам, думаю, что заморозка поля станет переломным моментом, то есть мы сможем на какое-то время замораживать поле, и уже это нам даст время для того, чтобы разобраться с текущими противниками. Появляется первый зомби, рыбак. Наверное, в иерархии моих самых нелюбимых занимает пока что второе место. Первое, конечно, занимает осьминог, его нет, к счастью. Ну, пока зомби постепенно подходит, мы сейчас будем садить наше растение. Посадили пока что два куста сдвоенного подсолнуха. На второй линии мы высадили госпеппер, который пугает наших зомби. И на четвертой посадили водоросли, которые уже успели утащить одного зомби. Получаем плант, и у нас отлив воды произошел. Высадили сейчас ледяной салат, и я не успел заморозить все поле. Уже кто-то из зомби успел наш салат активировать. Появляется у нас осьминог, и мы его уничтожаем с помощью бананов. Сейчас применяем сдув с поля, потому что зомби подошли очень близко, и для того, чтобы не проиграть миссию в очередной раз, вынуждены были применить сдув с поля. У нас на второй линии рыбак, на третьей тоже, нам надо срочно что-то делать против них, потому что сейчас утащит наше растение. Вообще перед бананом лучше всего что-то поставить, такую создать буферную зону, чтобы если рыбак захочет что-то у нас утащить, чтобы это был не банан. Появляется у нас на третьей линии морское чудище, мы его обрабатываем бананом. А, кстати, банан может убить не только одного зомби, если речь идет о таких вот не очень сильных зомби, то может уничтожить группу противников. Рыбак уже смог утащить, чуть вперед протащить наш банан, но мы его смогли уничтожить. На четвертой линии применяем снова банан на мелкого гоблина, который морское чудище успел нас кинуть. Немножко такого получилось расточительство кинуть против мелкого зомби, но тем не менее выбора не было, надо было как-то оборонять банан. Появляется у нас осьминог на первой линии, мы его сейчас с помощью водорослей убираем. Все еще в строю босс, мы ставим тут госпеппер и получаем план. На нас надвигается большая волна, наконец-то убираем босса. И произошел снова отлив. Замораживаем поле. Я думаю, что заморозка поля очень удачное решение. А к этому времени я обычно уже проигрывал миссию. Поэтому своеобразный рекорд мы сейчас побили и все еще в строю. А покупаем плант и снова замораживаем поле. По банану могу сказать, что то, что мне не понравилось, это то, что банан очень так медленно возобновляет свои кондиции. То есть он не стреляет очередью, он стреляет одним бананом, и какое-то проходит время, пока он возобновит, пока он перезарядится. Получаем снова плент и снова его используем на ледяной салат. Надвигается на нас большая волна. Садим мы тройной горох, который, к слову, прокачан зенгардами. Как-то я забыл о нем упомянуть, но
Растение, могу сказать, что неплохое. Не в этой миссии, в принципе, его можно было бы применять. С другой стороны, выбора особо не было. Я тут уже очень много потратил растений, которые с Зенгардами. И выбор был, как я уже сказал, невелик. Соответственно, взял то, что было у нас в Зенгардене. Применяемые бананы. Уничтожили тут группу противников. Снова используем банан на РБК, потому что тут уже прямая угроза нашему банану, и он его утащил на одну клетку вперед. У нас остались из противников осьминог. Я сейчас с РБКом, я его сейчас, эту группу уничтожаю с помощью газонной косилки. И остался у нас зомби. Самый главный, но мы его можем уничтожить с помощью газонной косилки. Еще есть парочку бананов. И очередной залп с банана уничтожает зомби, самого главного, и мы проходим эту миссию. Ну а на этом мы будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.